друзья! Добрый вечер, дамы и господа! Здравствуйте, товарищи! Тома, ты что, весь вечер такой жаловаться? Ну, здесь же в зале сидят товарищи наши по оружию. Итак, мы рады приветствовать сегодня, в этот весенний апрельский вечер, всех, кто пришел, примчался, прилетел, приехал на фестиваль второй международный всемирной команды музыкантов ТКМ в городе Тверь. Сегодня наш фестиваль пройдет в клубе «Бутлегер». Никита, спасибо, с подпарами достаточно. Сегодня наш фестиваль пройдет в этом замечательном клубе «Бутлегер», который нам любезно предоставила администрация клуба. А также отдельное спасибо за предоставленный зал директору клуба Лилии. Аплодисменты Лилии. Слово для открытия нашего фестиваля предоставляется организатору, идейному наставнику Александру Воробьёву. Аплодисменты. Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые участники. Я, конечно, тоже рад приветствовать вас здесь, собравшихся в этом зале. Самых лучших наших, приехавших, потративших свои средства, приехавших из других городов. Итак, я думаю, что нам стоит начать фестиваль. Веселитесь, ешьте, пейте, получайте удовольствие. И пойте. Спасибо. Сейчас мы попробуем вам рассказать о правилах сегодняшнего конкурса. Итак, если я не ошибаюсь, у каждого из вас на столе лежат маленькие бюллетени. В этих бюллетенях несколько таких вот граф, да, несколько разделов. Первые три это будут оцениваться наши участники, наши исполнители. Вы можете выбрать трех исполнителей, на ваш взгляд, которые лучше всего исполнили, которые вам понравились. Еще один пунктик у нас четвертый. Это будет оцениваться авторская песня. Именно авторская песня. Если вам понравилась авторская песня, вы отмечаете ее в четвертом пункте. Если вам понравился исполнитель, который исполнял авторскую песню, его место в первых трех пунктах. Понятно, да? Все. Итак, победители нашего сегодняшнего фестиваля будут определяться по голосам участников и гостей, то есть вашим голосам, дорогие друзья. Не забудьте проголосовать за тех, кого вы здесь сегодня будете слушать, любить и наслаждаться их творчеством. После выступления всех 16 участников, а их у нас сегодня 16, мы вызываем их на сцену и напоминаем, кто пел что, да, Рома? Да, у нас, если наши гости заметили, вот подсвечено у нас у входа место для голосования. Тумба, на тумбе стоит шикарный бокал, дай бог из такого испить. Соответственно, свои бюллетени с голосованиями мы опускаем в бокал, после чего, после всего голосования, они будут изъяты и подсчитаны ваши голоса. Также у нас сегодня наши участники, после того, как выступят, будут приглашены на сцену и сами смогут высказать свое мнение, кому они отдадут свой голос. Это будет подсчитано в отдельном листе, и голоса наших участников тоже отдельно будут учтены. Итак, дорогие друзья, все поняли. Есть источник? Ручки есть? Найдем. Ручки все там находятся. Итак, Роман, что, приглашаем первого участника? Можно начинать? Да! Yeah! А ты знаешь нашего первого исполнителя, Роман? К сожалению, Ирина, так получилось, что я опоздал на жеребьевку. Но пробки, оказывается, не только в Москве, в Твери тоже пробки. Поэтому не понял, кто у нас будет. Ты знаешь, нашему первому участнику 33 ровно года. Слушайте, ну это замечательный возраст, так называемый возраст Христа, самый продуктивный. Этот участник, девушки, женат, недавно родилась дочь, а буквально 30-12-2012 года.
12 лет он поет в ресторанах Алматы, а теперь и Москвы. Вы думаете, что это? Представляете, какое слово священное? Такая звезда в Москве теперь. Ну что ж, а может быть еще какие-то у него заслуги? Имеет музыкальный заслуг, как сказал сам этот участник, если вы не догадались пока кто инфобита, не имеет. Зато он юрист по основной профессии, сейчас пишет диссертацию на кафедре адвокатуры ЮА. Да, не видел никогда юриста, поющего лучше меня, написал нам о себе наш первый участник. И он исполнит нам песню, музыка и слова своего тезки Александра, только Розенбаума. Песня называется «Вечерняя застольная». Как раз начало нашего сегодняшнего торжества. Александр Гаврилов, город Москва. Раз, один. Это ужас просто. Я всего этого не писал, я не женат. Какой кошмар вообще. Если хотите меня запомнить, самый ненарядный исполнитель сегодня вообще на этой сцене, это я. Я просто как-то по Москве привык все ездить после работы, кто в чем. Я сегодня с утра встал, думал, какой-то стук выступил. Ну и как бы вот как приехал, так и выхожу. Всем привет. Так получилось, что я начинаю этот фестиваль, начинаю его с вечерней застольной. Но хорошо, что мы в зале, хорошо, что у нас есть бокалы, которые можно поднять. Это такая больше тост, чем песня. Ну, поэтому поехали. Попробуем.
участников. Ирина, пожалуйста, а можно я сам объявлю следующего участника? Ну, Роман, у тебя губа не дура. А самую молодую участницу себе выбрал. Ну, можно, да? Ну, спасибо. Раз уж ты так просишь, пожалуйста. Что касается музыки, следующий участник занимается вокалом с самого детства. Это помогает душевно развиваться, исчерпывать какие-то эмоции и вообще просто отдыхать. Наш участник является студентом университета кино и телевидения. Режиссер. Снимает клипы, фильмы и просто интересные моменты из своей жизни. Что касается игры на гитаре, наш участник написал нам, что он, конечно, не Зинчук, но играет очень хорошо для себя. И сам пишет музыку. Если говорить конкретно об этой песне, она была написана осенью прошлого года. Это трудно объяснить. Тем не менее, эта песня является для меня чем-то знаковым. Тем, что давно хотелось сказать, но никак не получалось выразить. Вот все, что рассказала себе наша участница, но я пообщался с ней немного перед началом выступления и понял, что она очень скромный человек. На самом деле, все, что вот она сказала, это только того, что она умеет. Сейчас мы узнаем на самом деле, каковы ее таланты. Закат. Авторская песня под гитару Юламанова Диана. Город Санкт-Петербург. Встречайте! Да, ей нужно помочь. Обязательно. Немножко волнуюсь, это мой дебют, честно говоря. Спасибо, поддержи меня.
Итак, а мы продолжаем дальше наш конкурс, наш фестиваль. И у меня снова вопрос к Ирине. У нас сегодня были вообще много вопросов друг к другу. Мы не успели познакомиться. На самом деле, Ирина... Сейчас все выяснится. Сейчас, да, сейчас точно все выяснится. Дайте нам, пожалуйста, чуть-чуть микрофончик, Ирина. Раз. Один. О, отлично. Итак, Ирина, есть вопрос такой. Вот у нас сегодня фестиваль, конкурс, да? Но есть различные какие-то фестивали в мире? Проходят песенные, вокальные, да? Какие-нибудь? Ну, что-то припоминаю. Например, Евровидение, Славянский базар, Новая волна, Сан-Ремо, Золотой Андрей, Интервидение, Советские времена, да? А к чему такой вопрос, Роман? На самом деле, вот судя по перечисленным тобой конкурсам, песня, в общем-то, не имеет языковых ограничений. В разных странах проходит, исполняется разными исполнителями. Вообще, да. Так. А вот у нас участница есть, Виктория. Как-то она прочла на обсуждении конкурса в ЭКМ, что польский нетипичный для конкурса язык. Так как она не поняла, что это значит, и какие языки являются типичными для конкурса, какие нетипичными, она решила сегодня исключительно на польском исполнить песню, а в следующий раз на конкурсе исполнит на нетипичном белорусском языке. Браво! Виктория успела поработать госслужащим и системным администратором. Юридическими вопросами позаниматься. На данный момент Виктория певица, педагог по вокалу, солистка дуэта «Селяби» с Сергеем Жердеем, это с 2004 года, а с 2009 года солистка и ее старые друзья выпустила, внимание, друзья, 5 дисков на своей песне и на песне «Друзей». Это еще не все. Свободное время. Представляете, у человека еще свободное время есть. Композиторствует, вышивает крестиком, любит читать и погонять на машине, увлекается путешествиями. А также великая бизнес-леди, занимается всем тем, что может сделать женщину красивой. Ну, всякие там Oriflame, Avon и так далее. В общем-то, аплодисменты! Итак, музыка Войцех Альша, слова Яцек Цыган, «Небо — это мы». Полинская Виктория, город Москва! Встречайте аплодисментами! Витошки! Ну, вообще-то город Минск, Беларусь, ну, да, ура! Все равно столица! Не верьте про 5 альбомов. Их 4, 5-й просто лучше песни. Я бы все учить, когда он вручил им все мог.
что вот небо — это мы. И если кто-то рядом идет с вами, и он грустный, у него какие-то проблемы, возможно, мы можем ему помочь, чтобы, ну, не совершил какие-то глупости в своей жизни. То есть оборачивайтесь по сторонам, помогайте людям. Будьте добрыми, любите друг друга и будьте счастливыми. Да, и еще я поняла, что для того, чтобы так прекрасно петь, не нужно заканчивать по кафедре вузов. А нужно учиться в других вузах. Правильно, да, друзья? Как и все мы. Ну что же, следующий инкогнито мы разгадываем с вами. Бывший аккордеонист и солист Пескова независимого меджаз-бэнда. Ну, бывших аккордеонистов не бывает, могу это с уверенностью сказать, как бывший аккордеонист. Сейчас заведует музыкальным сектором Центрального дома культуры города Инты, создатель и руководитель эстрадной студии Домико. А также он земляк и живет в одном городе со своей ученицей Дарьей Гавриленковой. Может, именно поэтому он и решил исполнить песню «Край» на музыке «Слова» Николая Мозгового. Итак, встречаем Степаненко Виктора и Дарью Гавриленкову. Я чуть-чуть начинаю себя поправил. Дело в том, что выбор этой песни «Край» весьма не случайен. Основная масса людей, которые здесь присутствуют, знают прекрасно Танечку БМВ, да, Владимир? Вот тут, она, да? Очень хотела приехать, она живет в далекой... Где три дырки? Да, там трагедия случилась. Вон три дырки здесь, да? Погибли 20 шахтеров. Вот это. И все мероприятия, короче, принесли вот эту всю насмарку. И вот для Танечки, от Танечки, для всех вас, потом, если позволите, мы крикнем ей, поздравляем, что она с нами, когда все закончится, она ждет звонка. Итак, от Тани БМВ и от нас с Дашенькой. Потому что это, видите ли, не пластинка. Как это было? Край, нитный край, бесценный край.
прощай, туда.